Друзья мои дорогие, сегодня мы с вами обсудим самые новые новости из всей вот этой вот, знаете ли, сферы Black Rush, компьютерного или мобильного GTA KRMP, вот этих вот всех мобильных вещей, Android вещей, проектов, так далее, тому подобное, все вот это вот. Ну, я думаю, что вы меня более-менее понимаете, потому что, ну, не в первый день все-таки вот тут находитесь, все-таки вот тут все делаете, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Многие могут сказать, мол, ты что, дурак, новостей уже давно не было, Крэш, и то, что там можно обсудить, ты уже все обсудил, там уже какие-то непонятные новости прошли про то, что кто-то сходил на концерт группы Нервы и так далее, то есть, ну, нечто подобное было, да, но сегодня я, знаете ли, так сказать, вот зашел в новые издания по GTA Samp, по GTA KRMP, по всем вот этим вот прочим вещам, и все-таки откопал для вас те самые нужные вещи, которые всегда нужны были, и так далее. И давайте сегодня вот перейдем как раз-таки к просмотру, к отсмотру, ко всем вот этим вот прочим вещам, и все, в общем-то, сейчас сделаем и так далее, все вот это вот будет. КРМП проект Black Rush в своем инстаграме показали модель автобуса, а также спидометр. Если честно, то я даже не знал, что у КРМП проекта Black Rush есть инстаграм, в котором они, типа, показывают какие-то модели вот этих вот всех авто. Я-то думал, у них паблик ВКонтакте, а тут, то есть, все намного, так знаете, ну, запутаннее, нежели вот как я думал, и это немного странно, это немного, типа, так себе, это немного, так, знаете, ну, я думал, что все будет немного по-другому, а тут сейчас все, в общем-то, так. И, конечно же, я, типа, ну, хорошо, что все именно так, хорошо, что, типа, ну, оно так работает, что они показывают, там, заводят какие-то свои новые соцсети, в соцсетях все это показывают, все это рассказывают, и, в общем-то, все эти работы, то есть, ну, оно все не стоит на месте, и чуваки, так сказать, обо всем этом рассказывают и понимают, и все вот это вот там, я не знаю, делают, и вообще, что все у них хорошо, все у них классно, и так, то есть, ну, я реально очень сильно рад, и хорошо, что все это, возможно, происходит, возможно, не происходит, и так далее, поэтому, в общем-то, чтобы, ну, все было, и многое-многое другое. Однако, давайте уже перейдем к самой вот этой вот вещи, к самим вот этим вот вещам, и все прочее, мы также, возможно, тут сделаем с вами, потому что как можно быть без этого, я не особо понимаю, а быть со всем этим все-таки, ну, сами понимаете, нужно и так далее. Вот, значит, вот этот вот CRMP проект Black Rush, он в своем инстаграме показал модель автобуса. Давайте вот эту вот самую модель автобуса мы сейчас рассмотрим. А что можно по ней, в общем-то, сказать? Она красная, возможно, тут она даже немного такого, знаете, бордового. То есть, ну, сверху крыша, она, конечно же, красная, а по бокам, я так понимаю, она бордовая, она такая немножечко, ну, фиговенькая, странненькая и так далее. Однако, типа, ну, вот, что имеем, то имеем, получается, или то, что не имеем, то не имеем. Ну, в общем-то, как-то так все это происходит. Я думаю, что, ну, типа, лучше это все иметь, чем это все не иметь. И дальше во всем вот этом вот новостном посте нам рассказывают о том, что еще есть какой-то новый спидометр, который Black Rush также представил, и который мы также можем, разумеется, посмотреть, и с которым мы также можем сделать все прочие вещи. Ну, давайте его тоже, как бы, ну, посмотрим, рассмотрим, и чтобы все было тут нормально, хорошо и, возможно, даже неплохо. Я не знаю вообще, как все это будет и для чего вообще все это, типа, ну, надо. Ну, давайте его как бы посмотрим, рассмотрим и все сделаем. Вот. И, в общем-то, чтобы все было круто, классно и так далее. Вот, значит, спидометр у нас почему-то слева. Ну, ладно, бывает такое тоже. Пишется моделька, я так понимаю, автомобиля, потом километраж, потом то, сколько, с какой скоростью мы едем, потом сколько там литров, потом заведен ли двигатель, я так понимаю, открыты ли двери и целостность машины. 100% в данном случае. Ну, 100% так 100%. Я как бы, ну, не против и так далее. В общем-то, да. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Если что-то, я играю на проекте Black Rush на 11-м серваке Indigo, и там я, в общем-то, все это делаю. Там все это можно увидеть, там все это можно посмотреть, и там вообще есть много еще всего. Поэтому заходите, мой никнейм Данила КПРФ, а также, как бы, ну, промокод хэштег ZDC на Black Rush на 11-м серваке, он там также есть. Всем спасибо за просмотр, всем пока и до свидания.